Peggy 18. Итак, тема сегодняшней лекции – методы изучения истории. Как мы знаем, существует два основных метода изучения истории – формационный и цивилизационный. На них мы остановимся поподробнее. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, что ни один из этих подходов не является априори единственным верным. Наиболее здравым решением будет применение так называемого комбинированного подхода, то есть сочетание методов формационного и цивилизационного подхода. Возникает вполне резонный вопрос, а в каких соотношениях должны применяться те или иные методы? Этот вопрос в исторической науке до сих пор весьма... Срочный удар в сектор капуста хил. Вызываю аптечку с напалмом. Да, подтверждаю. Бейте! Так, так, так. Кто у нас проснулся? Ну, доброе утро, Вьетнам. Кто, если не мы, научим тебя истории, боец? Боец.